как я, собственно, и хотел, я провожу второй опыт. Это опыт в сфере комплексных солей. И я впервые делаю такой эксперимент. Хотя, собственно, зачем мне перчатки? Ничего опасного я не вижу, поэтому даже это делать не буду. Так, ну начнем. Значит, сначала я беру органит калия, 5 ложек, и растворяю его в 2 мл воды. Правда, если честно, у меня здесь его не слишком много. Не думаю, что будет здесь вообще 5 ложек. Весь тратить что-то мне не хочется. Ну что делать, что делать, пока. Органит калия. Ну, немножко мне тут скажем осталось в баночке. Я положила не 5 ложек, а скорее 3,5, поэтому воды будет тоже не 2 мл, а чуть поменьше. Например, полтора. Собственно, я вылила первую пробирку. И вот он, органит калия, растворенный. Или не совсем растворенный. В воде. На этот раз уже пришла мама. И поэтому мы уже убежим с ней на кухне. Сходу. Может постоит, потом постоится. Ладно. Тем временем я растворяю 3 ложки хлорида железа в 2 мл воды. Так, ложку надо бы протереть, да нечем. А хотя вот у меня остаток этой тряпочки есть. Я для опыта взял тряпку, вот такую розовенькую. Вот. Ей буду пользоваться. Все, в принципе, протер. Теперь беру хлорид железа. 3 ложки, да? Слушайте, что-то так много требует. Ужас. У нас только нету. А тратить, особенно весь хлорид железа, но у меня никакого почему-то желания нет. Ну, понимаете, никакого. Потому что ладно бы еще тратить органит калия, он не такой уж нужный. А хлорид железа, соединение не так часто встречаемое в каких-то наборах или продаже вообще. И довольно часто используемое. Вот, все-таки зря я не одел перчатки, все руки себе уже испачкали. Так, ладно. Да. А, об этом нельзя было. Ну ладно. Будет эта тряпочка для как раз таки хлорида железа. Ну, давайте, ладно, еще одну ложку. Не жалко, что тут. Хоть немножко еще оставлю. Вода. Блин, все руки испачкала.
Шутка. Так, ну 2 минуты где-то. Заодно мешаю сразу обе пробирки. Не перемешивается. Где Михаил? Меня кто-то зовет. Чего, пап? А, ничего не пришел. Что-то не растворяется. Ладно, пойду узнаю, что меня звали, и заодно принесу пробочки, чтобы заболтать пробирки. А на паузу поставлю. Ну, я вернулся и принес пробку. Сболтанный первым. Вот так, мне кажется, будет эффективнее. Да, да. Это перемешалось. Хорошо, а родонит коля. Ой, чуть он такой холодный. Ого. Что же он при растворении поглощает теплоту? Интересно, я не знала. До конца так и не растворился. Осталась такая взвесь. Ужас. Я сдаюсь. Придется добавить воды. Более-менее растворился. Ладно, хватит с него моих мучений. Да, ну и покажу вам, собственно, сами реакции с комплексными солями. Прочитать это, да, весьма затруднительно, поэтому я лучше просто покажу. И кому это интересно и надо, сами поймете. Хватит. Так. И теперь приступаем к самому эксперименту. Надеюсь, все получится. Значит. Ах да, давайте сразу сделаем и третью пробирку. Что-то я не подумал. Теперь берем фторид натрия и в 5 мл воды растворяем аж 10 ложек. Зря я все-таки начал. А теперь эти реакции мне не нужны. Можно я буду спокойно выйти в ложку. А можно ее просто помыть, действительно. А можно я немножко помыть? Спасибо. Так, ну я помыл ложку под водой. И теперь тряпочкой ее я и вытру. Чтобы сухая была. Так, сколько сказала там я ложек? А, 10, да? Ну, 10-3-10. Тут что-нибудь подносится.
Нет, так слишком просыпается. Так что давайте через воронку. Ну, хватит, у меня больше иначе не останется. Вдруг он мне еще понадобится. Немножко хотя бы его оставлю. Лю, не говори, я на видео снимаю. Вообще лучше сюда не ходила. Так, мы пересыпаем пробирки. Немного, интересно, а? Что-то мне кажется, что много. Ну да ладно, не мое дело. Так, это уж какая-то грязная пробирка. Фу, в смысле пипетка. Вот. Ладно, вот это возьму. Мне нужно 5 миллилитров воды. 2. И... Люб, я тебя просил уйти. Еще 3. Происходит растворение. Ну, ждать время терять мне неохота. Поэтому сразу ему поможем. Что-то по объему как-то уменьшилось. Боюсь, лучшего раствора уже 3 на 3 не получится. Так, ну ладненько. Что я, собственно, ему открыла? Значит, начинаем. Беру ватку. Фу, ну, не ватку, а тряпочку. И родонит калия. И протираю им нашу бумажную салфетку. Ой. Впитываю в нее раствор. Ладно, хватит пока. Да, реакция уже пошла. Это рано еще. Что вы так быстро все? Нет, нельзя еще было. Гады, сволочи. Ладно, давайте заново. Просто оболью ее. И протру. Так, чем бы растереть-то, я даже не знаю. Это неправильно, это нечестно вообще. Все, я обиделся.
Что это такое? Я пролила, а они сразу давай реагировать. Подумай, что я пролил. Подумай, что у меня руки все грязные. Что это, повод сразу начать реакцию? Ладно, так, все, хватит. Так, теперь наш хлорид железом. И смачиваю я в нем, пожалуй, шпатель. Та-дам, там-там, та-дам-там. Смачиваю, ой-ой. Ну да, смочил. И теперь рисую пентаграмму. Ну, как пентаграмма-то рисуется, фу. Так, я забыла. Так. Рисование в химии, вот это я понимаю. Ну, пентаграмма у меня явно не вышла. Ну, неважно. Экзорцист не получился. Я имел в виду пентаграмму. Ладно. Все, хватит баловаться. Фух, ох, какие у меня ручки красивые. Фу-фу-фу-фу-фу, как у меня. Уйди с меня, Соль. Уйди, дрянь. Так, все. Ну, в общем... Все, мое рисование сводилось к пентаграмме, но она не вышла. В общем, вышла вот такая вот штука. И теперь это вот первая реакция, а теперь вторая реакция. Я ее смою с помощью раствора фторида натрия. Ну ладно, что париться, давайте прям так. Да. Теперь я был сначала, как это называется, демонист, что ли, или как? В общем, в этом роде. А теперь я что-то вроде экзорцист. Не знаю, как на ваш взгляд, но мне кажется, что здесь не хватает водички. Пора ее добавить. Ну и, собственно, на ваших глазах это моя, да, подобие пентаграммы исчезает. Очень красивая реакция, на мой взгляд. Вот. Так, нет, этот шпатель он уже мне не хочу.
Я верю в тебя, фторит натрия. Ты образуешь фторит железа. Давай. Пора. Или не фторит железа, что ты там образуешь? А нет, ты не образуешь фторит железа. Железо останется в комплексном соединении. Образуешь ты родонит калия. И родонит натрия. Давай. Уже давно пора. Запись весит аж 2,5 гига. А я могу выключить ее только тогда, когда ты полностью закончишь свою работу. Вперед, давай покрутимся. Ну, что-то до конца не растворяется, не знаю. Ну, в общем, почти все. И вот зачем, спрашивается, было расходовать столько реактивов? Угробил такое количество. Чуть жалко даже стало. И не особенно-то и красиво. В общем, от всей моей экспентаграммы осталось только такие вот жалкие желтые остаточки. И желтая такая вот масса. Похоже по консистенции на начинку какой-то булки. Или печеньки. Да, похоже, я просто есть хочу. Ладно, даже пора заканчивать. Ну, в общем, практически вывелась пентаграмма. Да, этот юморной и слишком уж затратный эксперимент на этой ноте я заканчиваю. Спасибо за внимание.